В Якутске с рабочим визитом находится министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Он провел селекторное совещание с регионами Дальнего Востока по вопросам демографии. Но несколькими часами ранее федеральный министр осмотрел социальные объекты. В сопровождении главы республики Егора Борисова Топилин вначале посетил стройплощадку республиканского детского реабилитационного центра, который откроют в конце 2017-го. В двухэтажном здании дети смогут лечиться и обучаться. На его территории разместятся столовая, конюшня и гостиница на 30 мест. Глава Минтруда страны также посетил детский перинатальный центр, где ознакомился с работой генетической лаборатории. Я называю стратегическим проектом, потому что чем больше людей мы в детстве поставим как бы на ноги, ну это как бы громко сказано, да, адаптируем в этой жизни, то они сами найдут себя в этой жизни, и меньше народу у нас будет находиться на государственное попечение.